Так, этому дому не хватает чего? Развлечений? Каких развлечений тебе не хватает? У нас все есть. У тебя таверны две за углом и баня. Так, еще надо пару праздников провести, и у нас будет, наверное, сороковник. С дровами у нас напряг. Где наши тут дрова еще есть? Железный рудник истощен. Замечательно. Давайте выкосим вот это место. Выкосим, что оно тут зря стоит. Так, как там ферма работает? Этот работает. Охотник не может найти дичь. Ага, мы вырубили же здесь этих львов. Тоже можно, наверное, каменоломня истощена. Подрубить это дело. Или уже не трогать. Здесь еще лес есть. Да, сейчас уже все у нас в достатке. Практически ничего не нужно. Давайте попробуем сломать им стену. Сколько у нас там этих механизмов? 15. Так, стенобитная. Давайте одну сделаем. Где оно тут? Вот оно. Поехали. Сюда. Пробьем стенку им. Или ворота выбить. Рудокоп не может найти железной руды. Так, рудокоп закончил. Сейчас каменотес закончит или уже закончил. Да, все. Тоже, ребята, возвращайтесь домой. Тут у нас все апгрейжено. Так, нам не хватает 4 домов, да? Много у нас мяса. Тушки. Где у нас тут производятся тушки? Раз, два. Два. Но еды у нас полно. Колбасы, колбаса почти на первом месте. У нас зерно и колбаса. Зерно постоянно, поставки прерываются. Давайте построим сырную. Надо же сыр потратить, который на складе валяется. И коптильню для рыбы. Может, как раз и перебьем этот рубеж в 20 домов богатых. Пускай они без работы потом сидят, отдыхают. Какая разница. Главное, чтобы было. Опять же, место на складе освободится в 20 кусочков. Так, все сделали. И что у нас там? 14. О, почему 14? Было 16. Кто тут у нас бедствовать начал? У фермера нет поля для зерновых. Стало 14. Так, а зерно у нас там не зашкаливает? Зерно не зашкаливает, вот не хватает зерна. Булочные сейчас, наверное, все выжигают уже. Трактир можно еще один построить, потому что у нас очень много меда. Так, как-нибудь сейчас здесь дорожку закруглим. Может так? Да, давайте так сделаем, без разницы. Без разницы. Так, тут дорога проходит, да? Вот так. Замечательно. Строений как-то маловато. Уже не знаешь, что построить. Не знаешь, что построить. Что тут людям еще надо, а? Так, давайте эти соты как раз и продадим чуть-чуть. Хотя бы 180. Поехали. Повозка отправлена! Как раз место освободится. Рыбы нету, ну что ж поделать, рыбы нету, да, все, закончилась рыба. Вы уже свое отработали. 15, да что ж такое, ну, надо же сделать его маркизом, или кто он там станет, маркиз. Давай, маркиз. Надо тебя маркиз, замаркизить, у нас баня одна или две. Баня одна, надо вторую. У фермера нет поля для зерновых. Вторую баньку надо построить. Вот здесь построим сейчас вторую баньку. Проведем еще праздник. А, я забыл, надо же это самое. Сломать им. Защищать. Забор. Я надеюсь, они на нас не прыгнут. Так, подожди, куда? Куда? Сюда есть. Он мешает со своими выпрыгиваниями. Да, господин. Мешает пробивать стену. Как прикажете.
А, они прибегают, чинят. Чинят сразу, да, ремонтники вон. А, но они не справляются, конечно. Сейчас Маркуса завалят, как завалили. Как вы желаете. Повозка для катапульты. Да, господин. А давайте вот здесь постойте, ребята. Заходите. Выполняю. Это нам уже не нужна. Укатим ее обратно. Где она? А, она же не катается без этого, да. Опять Маркус пришел. Завалил одного. Ай-яй-яй-яй-яй. А войска у вас еще есть тут? Войск нету. Давайте на площадь пойдем. А вон можно повозку стыбрить. Конечно же. Будем стоять здесь. А, сборщики налогов погнали. И Маркус пришел. Ну пусть стоит. Так, давайте еще праздник проведем, наверное. Надо добить до 46. Уже потолок перешел в 46. Было 40. Сейчас 46. Но мы сейчас добьем. Не знаю, что-то даст оно, не даст. Не пробовал, не добивал никогда. А что он остановился? 1%. То есть одно это самое очко сделалось. Охотник и все. Не может найти дичь. Так неинтересно. Неинтересно так. Плюс 2 всего. А, плюс 2 еще от него. Недавно прибывшие супруги 2 всего. Так, где у нас тут этот самый банька? Давайте, мы должны сделать 20 богатых домов. О, у нас мяса полно. Давайте будем делать больше тогда колбасных предприятий. И пошив одежды. Что нам терять? Будет много одежды, продадим ее. Охотник не может найти дичь. Что там у нас? Ребята тусуются, нормально. Мы уже вас освободили почти. А, у вас тоже какое-то это самое, ярмарка была? Мероприятие какое-то проводили. Ясно. Подождите, а вот это что у нас за земля неоткрытая? Как прикажете? Что там у нас было? Я не нас напали! Даже не знаю. Кто напал? А, Маркус попытался, да, остановить? Посмотрим, что у нас там на последнем кусочке карты. Мы идем! Какие-то развалины. Золото сколько? 350. Ух ты, солидный кусок. Сюда надо было в начале игры прийти. И мы можем его захватить. Да, давайте уже для пущей важности захватим все участки, которые мы можем на этой карте. Так, возвращаемся к своим. Как пожелаете. Бородатый викинг. Так, апгрейдим. Что-то можно еще построить, потому что я чувствую, что не хватит. О, 18, 19, 17, 16. На меня напали. Ай, на меня напали. Опять этот Маркус. У фермера нет поля для зерновых. Не дает проскакать мимо. Так, вот золото пришло, 350. Апгрейды. Тянем, тянем время искусственно. Не заканчиваем игру. О, потолок стал 50. Стало больше этих самых домов. И стал больше потолок по семейным парам. Давайте еще проведем праздник. 400 уже обходится праздник. Ну, народу больше, конечно. Соответственно, всего больше надо на праздник потратить. Так, у нас уже 12 тысяч сейчас будет. Ну, давайте, давайте. Ну, добейте до 50 уже. Ну, я хочу узнать, что же будет. Что же будет? Так, и домов у нас сколько там? 16. Почему упало опять? Что мы можем построить? Так, опять давайте вот эти вот опять чистящие средства. Все на уборку. На субботник. Ну, когда уже мы добьем это дело? Так. Дрова у нас в избытке. Камень есть. А, камень, подождите. Давайте замок сделаем. Сейчас освободим склад. Сделаем все-таки замок. Охотник не может найти дичь. Собор не будем делать. О, все. Отлично. Возвращайся домой. Как пожелаете. А, только что было 20, уже опять 19. Да. Ну ничего. Скачи обратно.
Будем ждать, пока будет 20, и сразу сделаем тебя Что я предлагаю. Маркизом. Я буду прославлять ваши добродетели, а вы дадите мне титул. Давай, получай титул. Благодарю вас за новый титул. Маркиз. Все больше апгрейд в этой миссии мы не можем больше сделать. Маркиз, это последнее. Ой, ну давайте 45 уже, 54 нужно. Братцы. Ну нет сил на вас уже. Или оно не может сделать? Хотя должно, 45 из 54 должно. Кто его знает? Я не знаю. Или можно это побить? Ну как бы дойти до этого количества. Или нельзя? Охотник не может найти дичь. Да, 150 мы можем иметь народу в городе. А у нас 115. Так, проводим последний праздник. А чё музыка смолкла? Давай, спой нам что-нибудь. 200 почти собирают налоговое. Так, с его песен что-то дает мне какой-то результат. Так, 46 практически стоит на месте оно, да? Ну ладненько, все, наверное. Больше мы уже выжимать с этой игры ничего охотник не будем. Охотник не может найти дичь. Мы уже построили все, что можно. Театр мы построить не можем, потому что у нас нету овец, соответственно, нету шерсти. Ну, мы можем построить просто здание. Просто здание, чтобы было. Но толку с него никакого. По-моему, даже у нас... Да, у нас поселенцы даже не торгуют ими. Подождите, выполняю. А вот эти... Вот эти ребята не имеют овец, они, да? А что... Выполняю! Что этот самый монастырь мог нам предложить, я не понимаю. О! А где овцы тут блеют? Только что я слышал. Выполняю! Я только что слышал, ребята. Это что, как шутка была? Желаете. Где выполняю. У вас овцы? Лавка мясника. Подожди, лавка мясника. А мясо ты откуда берешь? Хижина травника. Деревенская пекарня. Где у вас... Охотник не может найти дичь. Где у вас овцы? А тут лес-то какой у нас. Ух ты. На ихней территории большой лес. Сейчас. Я хотел проверить в прошлый раз, могу ли я построить этот самый. Вот сейчас как раз и попробуем. Получится ли нам построить скотоводческую? Прибежит ли сюда кто-нибудь? И я хотел овцеферму построить. Просто для прикола. Будут ли какие-то изменения? Потому что я не знаю, к чему относятся верблюды. Верблюды вообще, они к чему-то относятся. Можно какой-то с ними делать бизнес. Сейчас посмотрим. Если что-то здесь построится и кто-то придет, то это будет круто. Я практически не знал этого. Можно ли, и не испробовал никак. У скотовода нет скота. Ни разу не пробовал это, как бы, играя в эту игру. Ну, для чего-то они здесь стоят, эти самые верблюды. Для чего, без понятия. Так. А, ну это да, это пастбище для овец, это понятно. Если овец нету, то и на пастбище никого не будет. Нету овец, нету. Беги дальше. Одни суслики бегают. Так, пастбище, вовчара пастбище. Нет овец. Эти занимаются только молоком, да? Может быть, верблюжье молоко можно?
Уже бы дошли, если бы что-то было с ними. Никого нету, значит... Значит, верблюды никак не используются в этой игре. Они просто так для красоты. А жаль. Жаль, с них очень много полезных вещей можно было. И молоко, и мясо, и шкуры. Что угодно. Но в игре как-то это не продумано. Ладненько, ладненько. Но вот здесь я овец слышал однозначно. Я не знаю, почему... Почему монастырь с нами не торгует. Не знаю, почему. Ну ладно, все, посылаем мы... Повозка отправлена! Осадную ерунду эту им. Возвращаемся к своим в город. Мы идем! Что они будут с ней делать, не знаю. Пойдут штурмом на город, наверное. А придут здесь уже за этого самого ворот нету. Так, театр мы делаем. Шерсти нету для декораций. У скотовода нет скота. У скотовода нет скота. Понятное дело, сносим все это дело. Так, а что тут это красное? Почему красный этот самый у них колодец? А, подождите, мы послали сюда. Может, после этого они торговать будут? А, прощай, рыцарь-недоумок. Не иди за мной, иначе ты и твой господин об этом пожалеете. Мы... Плохо то, что Алый Саббат тоже известна об источнике лекарства. Она отняла его у нас и быстро исчезла. Они сделают при помощи нашего этого самого механизма колодец, да, по-моему, они там что-то должны были наладить, и все. И на этом заканчивается миссия. Не дают они нам никаких овец. Жалко, жалко. А львы опять здесь лазают, я не понял. Как это они здесь появляются заново? Мы же вроде освободили эту местность. Ладно, статистика. Так, это этот мэн пришел поговорить с ним, да? Понятно, все. Миссия выполнена, отлично, ты у нас маркиз. Так, пробежимся по цифрам, забастовщиков 11. Тяжелая, конечно, была эта самая зона такая, пустынная, мало чего было. Тех же овец не было, дров, напряг с дровами, с едой. Так, армия произведена, уничтожена, 44 произведено, 44 уничтожено. Здорово. Престиж, маркиз. Применено способность. Три раза спел. Побеждено рыцаря. Это два раза мы Маркуса завалили, да? Ну ладно, все. Продолжаем. Так, следующая миссия, 10-я. Под названием «Поселение Джуахар». Маркус опять тут приперся. Ваше просвещенное величество, я принесла вести о призрачной чуме, охватившей Джануб. Полагаю, мы можем узнать, как победить эту дьявольскую болезнь. Но эти знания сейчас находятся в осажденном городе. Угу. Этот монастырь принадлежит Галинскому ордену и хранит лекарства от призрачной чумы. Красный принц послал Алую Саббат уничтожить наш монастырь и наши знания. Она построила лагерь в руинах Сидики Миша. Монастырь защищен Джуахаром. Но Алая Саббат осадила город своими огромными машинами. Угу. Мы должны построить собственный лагерь, чтобы поддержать Джуахар и одолеть Саббат. Если город падет, не видать нам лекарства от призрачной чумы. Я давно интересуюсь этой призрачной чумой. Если ответ хранится в монастыре, я должна его узнать. Да-да-да, помню я эту миссию. Ну, она сложновата была для меня на первый раз. Первый раз я не прошел, потом второй раз переигрывал, уже зная, какие там будут напасти. С первого раза как бы с наскоку не получилось. Там надо будет воевать. Воевать, значит, не подходишь, не подходишь, ты тем более предатель не подходишь, не подходишь, торговать не надо. Единственный наш рыцарь, который подходит для этого дела. Пойдешь ты. Красный принц нанес удар в сердце моей родины. Позвольте мне усмирить его. Да-да-да, как раз ты на своей земле будешь
действовать. Начинаем задание. Так, Джоахар. Под защитой города Джоахар находится монастырь, в котором хранится лекарство от призрачной чумы. Алая Саба держит город в осаде. Мы должны построить свое поселение, чтобы поддержать Джоахар и победить Сабат. Отлично, отлично. Скачем. Скачем туда незамедлительно. Мы должны развить поселение и защитить его стеной с воротами. После того, как я стану бароном, я смогу помочь местным жителям и напасть на Алую Сабат. Ясненько, ясненько. Что у нас тут? Мясо, охота, да? Слоны есть. Слониха. А где слон? Слон вышел, на работу ушел. Так, тут зебры. И у нас здесь... А, вот. Вот еще камень есть. Так, зебры прямо в городе. И тут у нас небольшой лесок. И тут лесок. Тут, где слониха, тоже лесок. Ну, давайте как раз вот туда дорожку проведем. Так, прервался на секунду. Прям на полусловия. Так, проведем дорогу. Проведем дорогу как раз. А, вот и слон вернулся, да? Да, точно вернулся. Проведем дорогу сюда для заготовки леса. Так, тут у нас охота. Давай, строй. Охота. Охота, конечно, здесь. Так, тут у нас... Пускай будет дровосек. Пока что. Так... Нет, не так. И сразу ставим колбасные предприятия. Два колбасных предприятия. По пошиву одежды одно. Так, чуть увеличиваем скорость. И вот здесь, наверное, на этом зеленом пятачке мы построим сразу фермы. Тут у нас выход на другую карту. Вот так где-то, да? Где-то. Вот так. Так, давай, становись. Давай. А куда ты поскакала? Так, давай. Шустро. Мои познания в строительстве удешевят реконструкцию зданий. Ох, а что тут не влазит, а? Никак не влазит. Ну давай, родная. Так. И давай еще одно. Ну, одно еще, последнее. Ну, никак, да? Никак. Не хочет. Неровное какое-то, да? Это что, ястреб, что ли, пикирует вниз? Постоянно. За мышами, наверное, на поле. Да, о, ныряет сразу. Так, не берется, да, поле не становится. Плохо, плохо. Это плохо. Так, а дорогу? Дорогу, если мы здесь снесем, то тоже, да? Ну, хочется еще одно поле поставить.
чтобы было хотя бы 6 полей. О, на дорогу прямо ставится. Во как. Давайте проведем вот так вот дорогу рядышком, и все, будет отлично. Так, если мы здесь 6 полей запихали, тогда нам нужно еще одну ферму. Одну ферму хотя бы вот здесь поставить. Ух ты, как дорогу скривило. Пришлось выровнять ландшафт. Так, и мы тогда сразу... Ага, дров-то нету пока. Дрова-то не пришли. Давайте дрова ускорим апгрейдом. Еды нету. Нехватка еды. Так. Ага, бастует, ребята, да? Пошел бастовать. Этот давай апгрейдься. Забастовки мне только не хватало. Это все из-за того, что долго поля размещал. Так, а почему вот эта вот ерунда не строит тут пекарню? Пекарню почему не строит? Так, а что ты? Так. Запас надо расстояние поставить. Вот так хотя бы, да? Так, скорость увеличили. А еды-то нету, запасов-то нету еды. Да нет, зерно есть и этот самый. Так, он в первых строках говорил о том, что нужно защитить стену, стенку поставить с воротами. Да блин, куда же, куда ты ставишь? Ах, подвисла немножко игра. Я кинул не туда стену. Так, вот таким образом. И этот мэн так быстро прибежал, что я не успел даже отменить. Так, закрываем с этой стороны. Да как ты закрываешь-то, а? Вот с этой башни вот сюда. Во. Ну вообще прикол. И тут у нас что? Тут как у нас пожелаете. Вот рядом еще территория. Богатая ресурсами. Как пожелаете. И львами, да? И нам ее тоже нужно... Сперва нам нужно ее захватить. 300 сейчас будет золота. Давайте соберем деньги. А, есть уже 300. Вот так поставим. И закроем ворота. Давай, быстренько, шустрее. Так, фермы, отлично. Собираем. Мы заняли территорию. Делаем много еды. Много еды. Много досок. Так, камни. Где-то вот так вот. Ага. И сюда. Так, львы там зверствуют. Стены просил поставить. Ну, поставим. Так, охота. Охота. И здесь у нас камень. Камень, камень, камень. Вот сюда ведем. Теперь наш город защищает стена. Вот так. Отлично, стена защищает. Мужиков наших гоняет, да? Охотников. Подождите. А я не ставил здесь охотницкую. Почему они сюда ходят за этим самым, за дичью? Шура дичь. Вот отсюда они что ли ходят? Да ладно. Так, войска у меня там есть какие-то? Мы идем. Войска какие-то мы должны идем. Быть.
пару отрядов, да? Давайте нападем. Штурмуем! Хакиму больше всех досталось, да? Так, этих заделай, что у нас тут есть. Как пожелаете. Так, пока мы закрылись немного от внешнего мира. Делаем апгрейды, чтобы еда как бы восстановилась нормально. Есть еще одна. У фермера нет поля для зерновых. Хлебопекарня. Чего у тебя поля-то нету? Полно полей. Может, я тут еще воткнусь? Ай, куда ты приближаешься так? Вот сюда где-нибудь, а? Тут можно еще одну ферму или какую-нибудь эту самую скотоводческую поставить. Так, дрова у нас здесь. Делаем апгрейд. Камень. Так, 18-20 нужно для склада. У фермера нет поля для зерновых. Так, вот здесь у нас поля хорошие и охота и львы опять. Опять львы. Так. Поля. Что нам сделать на полях? У нас две фермы есть вроде. Если у нас есть запасы. На складе есть запасы, значит все нормально. Мы можем еще одну сделать лавку пекаря. Спокойно, потому что хватит зерна. Ворота склад для заполнен. Для кого открывается? Никто ж туда не ходит. Так, и мы здесь сделали, расчистили зону от львов. Так, проведем сюда, наверное. И потом вот так вот. Сейчас мы здесь построим железную шахту. Железную шахту. Хватит одной, наверное. Они могут туда и сюда бегать. А так они быстро будут набирать железо, если две поставить, и забьют быстро склад. Так, склад, давайте склад заполнен. Склад увеличим размеры. Так, и у нас здесь деревня союзники, да? Давайте туда, наверное, съездим. Как прикажете. Сбегаем. И у них тут овечки, коровы, копченая рыба и одежда. Вот это рыба, это и на ихней земле, да? Это да, это не на этом берегу. Это не на этом берегу, поэтому мы не можем ей пользоваться. Так, отлично, тогда... Как пожелаете. Подожди, стой здесь. Сейчас мы тогда построим овцеферму и этот самый скотоводческую ферму. Вот где-нибудь, как-нибудь вот так. Скотоводческую. Вроде тут у нас зелененькое все, да? А почему не помещается? Почему не помещается? У скотовода нет скота. Так. Ну, жалко, конечно, что вот здесь вот не помещается. Наверное, из-за дороги все-таки. Надо сперва размещать пастбище, а потом уже дорогу прокладывать. Так, а тут камень мешается, да? Скала. Скала мешается. Так, как же сделаем? Вот так вот через дорогу. У скотовода нет скота. Да подожди ты. Опять время идет, а мы ничего не делаем. Давайте третью, а? Положим вот здесь вот, покладем.
Как-нибудь покладем. Ну, давайте. Зелененькую. Давайте, чтобы зелененькая была. Никак. Тогда нет смысла нам вот здесь ее держать. Давайте, наверное, бахнем где-нибудь. Чтобы ближе было. Тут уже ничего у нас не выйдет. Поэтому дорогу проведем между ними. Все же будет ближе. Вот так. Так, и здесь мы сразу покупаем... У скотовода нет скота. Два комплекта коров. Склад заполнен. Тут у нас опять охота. И нам нужно... Нам нужно захватить это место, отбить его от львов. Как пожелаете. Давайте все сюда, ребята. Вместе с Хакимом. Не сдавайтесь. Хаким не подоспел, конечно. Эх, братцы. Выполняю. У скотовода нет скота. Так мало войск у нас осталось. Склад заполнен. Лучники пострадали. Так, склад заполнен. А мы с ними торговать можем? Да, видимо, можем. Так, отсылаем это. Зерно пускай будет. Так, у нас склад опять. Склад можно, да, апгрейдить. Давайте собор сделаем. И сделаем замок. Повозки отправили. Сейчас мы... можно построить уже две сырные. Тут они называются молочные фермы, но... Это такие сырные лавки. Ага. Мы замок апгрейднули, да, окей. Значится, что у нас тут мой камень? Сеньор, полагаю, новый титул сделает меня еще более полезным. Сейчас мы сделаем овцеферму. Внешняя линия обороны противника пала. Крушите город. Да ладно. Чё так-то? Какая оборона? Мы еще не развились, ничего не сделали, уже они оборону ломают там. Так, куда же мне поставить эту ферму-то? Ферма не ставится разве никуда. Разве я не служил вам верой и правдой? Разве я не достоин нового титула? Ферма не ставится. Склад заполнен. Вот так, давай. Давайте еще одну ферму. У овчара нет овец. Ай-яй-яй, как-то... Как-то опять нерационально. Не там опять я ферму построил, да? Да что ж ты приближаешь-то мне? Вот здесь ставится склад только, да? Склад заполнен. Так, а почему вот на этом месте не ставится? Хорошее место. У овчара нет овец. Хорошее место. Очень клевое. Было бы классно третью бахнуть сюда. Третье пастбище. Ну давайте. Ну что такое? Напряг с этим ровным местом. Кручу-верчу, да? Кручу-верчу, кручу-верчу. Мой сеньор, я лишь скромно хотел заметить, что служу вам верой и достоин признания своих трудов. Давайте. Склад заполнен. Овцеферму воткнем вот здесь вот. У овчара нет овец. Да, не влазит тут вообще ни одного больше. Ни одного больше не влазит. О, как. Отлично, ну, склад далековато. Склад заполнен. Бегать, конечно. Ну, что поделаешь. У овчара нет овец. Да ты еще скажешь, что и дорогу нельзя провести, ну.
Ну все, по таким обрубкам будете бегать. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Уж такие уже сложные условия у нас тут. Земли нету нормальной, ровной, поэтому... Так, овчар. Овчар, где наш этот самый... Конечно же! Герой. Стой, давай сделаю назад. Сделаем тебя шерифом. Я всегда буду служить вам и скачи верой и правдой. За овцами. Так, а у коров у нас... нет овец. Коров у нас всего два загона, да? Ну ладно. Так, и молока что-то маловато. Делаем одежду.